Всем привет! В эфире снова мы, Адиль Элдосович и Жасмин Аскар. И новости поколения Альфа. Узнаем, что произошло в стране и в мире за последнюю неделю. Поехали! Начнем с приятной новости для всех казахстанцев. Наш Гена Ага, как мы уже и говорили в ранних выпусках, сотворил историю в мире бокса. И в рекордный 21 раз совершил защиту своего титула. Геннадий Головкин доминировал весь поединок и даже несколько раз отправлял соперника в нокдаун. После 7-го раунда судьи засчитали победу техническим нокаутом. Мы сила, вместе мы сила. Биг Драма Шоу снова в деле. И в завершение этой прекрасной новостью хотелось бы сказать, кому эстас Канело. Далее о новостях. В стране у более чем 300 пассажиров, прилетевших в Казахстан, не оказалось ПЦР-справки. Прилетевших в страну из-за рубежа казахстанцев поместили в карантинный стационар на 2 суток. По имеющимся данным, в Алматы без ПЦР-теста прибыли 261 человек. В Нур-Султане без справок оказались 53 пассажира. Ну а в Шымкенте приземлился рейс, на котором находился лишь один пассажир с справкой ПЦР. Бедненький, получается, у него в Шымкенте вообще нету ни друзей, ни знакомых. Эх, жаль. О событиях у соседей. Так, в Бишкеке общественники провели митинг, призывающий граждан страны. Внимание! Не проводить митинги! Все, на этом эту новость можно заканчивать. А еще зима не будет. А теперь новость, которая сегодня обрадовали все мои одноклассники. Дело в том, что в преддверии школьных каникул в нашей столице откроется сноупарк. Данный парк предназначен для зимних экстремальных видов спорта, сноубординга, фрискинга, а также джибинга. Не знаю, что это такое, но, как говорится, неизвестность всегда манит. Тем более, если это еще и бесплатно. К событиям в мире нефть. Незначительно, но все же выросла в цене. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $52 за баррель. Я в этом, конечно, ничего не понимаю. Но папа с утра обрадовался и говорит, если так дальше пойдет, то заживем как раньше. А как вы раньше жили? Так же. Это свершилось, поклонники здравомыслия и рассудительности ликуют. Канал ТНТ закрывает телепроект «Дом-2». По некоторым сообщениям, после 16 лет эфира на место, где строили любовь, будут проходить осветительские работы. Да, там уже вовсю трудятся священнослужители. Наш сегодняшний выпуск завершается новостью, которую обсуждает вся страна. А именно видео избиения ребенка воспитателем детского сада города Атырау. И это, к сожалению, в уходящем году не первый случай жестокого и безответственного обращения с детьми в нашей стране. Уважаемые взрослые, будьте взрослыми. Ну а мы хотим оставаться просто детьми. С вами были новости поколения Альфа, Адиль Элдосович и Жасмин Аскар. До скорого!